Ребят, решила сделать табличку на дом по-быстрому, потому что будут мне вести навоз. Как найти меня, неизвестно. Поэтому сейчас буду делать экспромтом табличку. Сейчас лежал, загорал на солнышке. И пришла идея просто потрясающая. Буквально за пару минут, я думаю, родится красивая табличка. Давайте посмотрим, как это будет. У меня был кусок фанеры остался. И я вот здесь, собственно говоря, при помощи вот этой горелки буду делать надписи. Все просто. Ну что ж, не знаю, что из этого получится, но я люблю экспериментировать. Ну вот, примерно буква S получилась. Сейчас все остальное попробуем. Пока предварительно делаю.
Вот такая табличка за пару минут буквально из ничего получилась. По-моему, даже очень неплохо смотрится. Мне нравится. Вот такая вот красота. Ну что ж, табличка уже висит, и посмотрим, как она выглядит издалека. По-моему, даже очень, очень ничего. За пару минут как бы даже неплохо смотрится. Вот такой креатив.